Пять основных вопросов и несколько дополнительных сегодня рассмотрели на расширенной планерке. Совещание прошло под руководством главы района Заура Хамирзова с участием его заместителей, руководителей структурных подразделений, глав сельских поселений. Одним из значимых вопросов повестки дня по-прежнему остается оказание помощи нуждающимся семьям мобилизованных. В данном направлении сделано уже немало, но работа на этом не останавливается. Детально был рассмотрен вопрос о возможности принятия участия сельских поселений в программе «Бюджетное инициирование» на 2023 год. Далее участники совещания обсудили актуальную тему соблюдения безопасности при техногенных и природных возгораниях на территории района. Глава района поручил ответственным лицам провести масштабную работу по выявлению очагов повышенного произрастания сорной растительности с проведением контролируемого сжигания. Завершилось планерное совещание на приятной ноте. За первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев «Школьный музей. Цифровой формат» в номинации «Лучший сельский музей» почетной грамотой Адыгейского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» награждается историко-краеведческий музей муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» села Натырбово.